меня уже места нет. Спасибо. Я в сапе. Мимо. А еще, типа, на квесте нужно фулл танка шмот одевать или типа 3D4 хватит? Если ты должна не умереть. Можешь фулл танка шмот или нет? А какую тычку дает болт, например? Это могут просто не захилить. Понимаешь? Ну, ты умрешь. Из-за того, что у тебя не будет танка шмота. Такая же, как и в танке. В зеркале. Нож на 2 на всякий случай. Че еще раз? Ты ж танчила, Ланатель. Танка шмоте. Множь этот урон на 2, если ты оденешься в ДД. И прикидывай. Я не помню, сколько он бьет. Да заебись. Я там, ребята, если что, вам распыл всякое это отдаю рандомному. Вот. Обратите внимание.
Вы нижних уже не бьете, они не агрят. Они никогда не агрились, пока мы, когда мы пришли. Блять, воля, когда минуту 20. Алиса, у ДД надо спеть. Угу. Как там убрать, чтобы пати рядом не было? Я хочу это вытащить. Какого пати рядом? Ну, типа, сбоку твой пати показывается, его можно убрать. Интерфейс. Сейчас скажу точно. У тебя стандартный интерфейс, нет? Да, у него стандартный. А, блядь, у меня нету рамки, нахуй, пиздец. Я забыл, что у меня алфу есть. 30 секунд. А кто трекинг? Алиса, а, тебе можно? Алиса, одень грань. Да, ты точно. Я делал. Вот. Трансмодификация. Стойку тоже поменяй на фростовую, чтобы меньше ловить. У неё трансмод, да? Побежали, Алис. Только ударь, босс. Неразумное решение. Чё? Зеркало сходи. Мы под боссом же, блин. Да. А, Алиса кусает, да? Все верно? Да. Помидорка выбежит. Под босс, али ближе, Хан, подойди. На максимальный рейндж от босса, которого можешь бить. Ты прожимку на звезды или я даешь? Окей. На фроне откатишь. Пусти. Пусти на это левую сторону. Вот как на босс смотришь, налево потом побежишь. Саман забил. Там сейчас будет. Оно взлетать. Сферный центр пошли. Да, да. Алиса, я возле тебя. Двор. Рэнджон обереть. Не-не, ничего. Он возле меня. Бегайте с фактом. С фактом бежите. Ладно, кого-то укушу.
ман выбежи. Нет. Кто укусил? Я думаю, что никого не укушу. Будто, блядь, знал. Женка. Я кого кусал? Виби, ты турбой скусит. Виби, иди под босс. Так, ван... Ванзай Котласа укусил. Герб один. Больше. Он же выбежал. Чуть правее сместитесь, Рейд. Я не знаю, почему Пусси, блядь, не передал укус. Представление. Вот как. У тебя не получилось. А ты хотел кого укусить? Монстр на кота, зайди, пожалуйста. Не повезло. Алиса, зачем ты сделала БДК ДД? Я вообще... А, блядь, стоп, ты у тебя... БДК ДД норма дамажит. Не, она просто была с этим, блядь. Да, танк шмоч. Монстр сейчас на катра зайдет. Микстурку стуманете. А у нас тут лока живого нет. Нет, ну шкаф. Виби. Что, у него шкафа нет? Что там войскарочкой помешал, нет? Не знаю, что он тебе рейду не ходит. Я бы не сказал, что нормально. Нихуя турбо 30к да у нас. В смысле 30к? В прямом. Моси потерял.
Трейл. Да. Телефоны, вот сейчас тут еще плюс утилизации вот это. Это как-то поменять. Купить что-то на 500 рублей. Лучше. Секс? Лут, походу, на сущ. Ой, да ладно, что-то. Давай ему что-нибудь продадим. Не нужны за 500. Рыбу поставь ты для ДПС все-таки. Че, вчера Эвереске упал? Уебать, нормально. Только все танковские, да? Ну, блядь. Кто РДДшную забрал? Кто счастливчик? Ништяк. Кто? Выйдешь на приори? Она словила зеркало? Да. С фактом, держитесь. Держитесь с фактом, ближе подойди. Чего я поймала зеркало? С фактом, зеркало. О, как ему. Алису укусь. Алиса, ты прочь. Потому что укус только пошел, блин. Укуса не было первого. Она, кстати, заэвэдилась. Она в текстуру, ладно. она, короче, вбежала в меня и в текстуру, да, не знаю почему, гон какой-то. Левее, рейд, левее. Алису надо кусать. Алису. Бладпален вышел. Ебать, кто микстурку укусил? Это не Алис, если чё, на. Просто вы, я не знаю, бомбезные. Диван, чё, нет у них? У нас нет паладин. Ой, тут всех есть три раза, блядь. Шансы мне похер. Ещё раз, нахуй, тогда уже не делаем. Чего, блядь, у меня постоянно, когда я покидаю тело после вайпа, нахуй лаги, блядь, подсылка. Все, завис, хуй тебе развисну, блядь, заебись. Да. Бладфанал он признался. Еще кто-то.
Джоуник, что ли? Или не? Ну, у нас две совы. Чулан и Джоуник. Если не Чулан, значит... Ну, он тоже написал, что я... Чулан, он говорит, втягивает живот, встроенную кошечку. Это что-то сова, которая в твоей катана? Нет, не тот. Что ДБМ не так пишет? Любой даже циркульский ДБМ все правильно показывает, ссылка. Циркульский ДБМ, он про ДБМ, который скачан с этого... Форжа. Алиса поставилась крови, не слушай никого, нахуй, я не уйду. Царь, батюшка, лапаистка. Это было неразумное решение. Сашки выбежи. Царь первый на себя антиф. Бузер. Бузер.
Хорош. В центр побежал. Стой, стой, не прыгай, мастер, я рядом. Ухи, блядь, где? Кусай кого-нибудь. Любого. Фак, без маны, залезь. Броник выбежал, выбежал. А Алису? Я вышел чуть позже. Пусси, я справа возле чела. Мосу укусить надо. Центр подбежать. Ты шансун два раза. Ты сиди в мосу, я не успел. Если что, прожимка есть, говорим. Котласа, выбежи. Все, вот, я АФК, там поспекнешься. Так хорошо. Квест есть, Алиса? Забавно. Да, сейчас дам. Забавно вышло то, что ты, Войт, ты два раза назвал Мосо, чтобы меня мастер кусал и чулан. Никто его не укусил. По итогу меня никто не укусил. Зато укусили Шейфера, и я помидоренько укусил, потому что забыл, кого кусать. Шансунга тоже два раза назвали. Нет, ты тоже два раза Шансунга назвал. Сначала сказал мангала кусать, потом помидорка. Но я разобрался. Я справился. Обнажите клинки, соратники. Фрайгулы насмерть будут стоять за королевой льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Войд за... Войт, ты мне, кстати, не ответил конкретно на вопрос, если у человека не хватает ЕП, и он единственный, мы отдаем шмотку? Да. Угу. Не, ну я просто спрашиваю, то вдруг... Нет? Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Мы вам поможем.
Так, а на Валю можно мне будет на Энха? Там перчатка предписана. Да, закрыть. Я могу сейчас трэш почистить и котом, а потом зайти. Или ну, там сразу рубить пуляй, так что сразу закамену. Сейчас, 5000. Так, это же мне лучше портануться, да? Здесь не офаться. Ну как хочешь, но тебе еще на синтрутра надо будет заходить. Так что лучше офайся вместе. Разведи. Я охотника сам. Паладин, есть еще две печеньки. Хочешь утонуть в ГП? Меня трэш убил. Это завтра этого паладина не станет, да, паладин? Набрал, блядь, токенов, съебался отсюда. Да, и все равно никому не нужно. А печеньки как у вас идут? То больше 10 тысяч? Да, но да. Обычно за обычки никто не берет, потому что за них дают фулл ГП. Так что новичкам одеться тут намного проще. Потому что в хэме они ходят, блядь, остальные и лутаются в хэме. А токены с обычки нахуй не нужны. Да ну, тут и ресник-то иногда никак, потому что бой багается. Я расскажу вам как. После второго трэша вы уже винс не зайдете. Первых два трэша, которых есть пачками, вы зайдете спокойно винс. Ничего не багается. Плюс еще 1000 ГП, короче, тебе. Ашки. Ну, зато оденешься. 264, 510. Полипалу больше двух печенек нахуй не надо. Ну у него ты видел какой шум. Не надо. Почему больше двух не надо? Потому что 4-10 никто никогда на полипалу не берет. Разве что когда-то на фипуле давно брали, блядь, 4 только на вальс. То есть, ну, правильно, мы... если ты нормально 20-10? Играешь, то не будешь собирать 4-10. Он по 2-10 или 2-4? 4-10 говно на холле пала, поэтому берут нон-сет шмот. Да, чё, я понял. Он на кого-нибудь. Возьмёт. Если, блядь, рейд нахуй нормальный, ты, блядь, захилишь нахуй в 240-ом и левеле, блядь. Хуйня там будет. 5-4, да, не спорим. Чё, признал силу, блядь, меня? Ну? Ну, потому что я ему отдал 2 ненужных токена, которых 5 минут осталось. Чё, блин, так, выкидывать? Блядь, 495 и 495, ёпта, 10 кп снимили. Ой, ладно. Ему вообще по барабану или ей. Я не жадный, могу еще КП. Не, ну блин, ладно, чё 10 КП, хрен бы с ним. Это процент больше на... Это на урез будет. А нахуй всех сарили, я в рот не ебу. Да? Чемпионом.
Ну, заебись, полежу там, блин. КБР на меня не тратит. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда, и служите королю Личу. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Че, она не откидывается сегодня? Копья там. О, первая. Гибель наших товарищей была неизбежна. Они жили и умерли во имя Серебряного. Ну что, подь... Кому же по силу очистить это пристанище нечестивости? У нас мастер лежит, поднимите его, он там сзади. Рядышком. Дай ему средство. Что, вам хапал нужен, что ли? Спасибо. Просто очень. Заходишь в каждый портал и собираешь все порталы. Ставишь ауру коня, чтобы лететь быстрее. Выходишь каждый раз, когда выходишь с портала, ставишь этот, блядь. Как его, сука. Ох. Ебать, все вылетело с головы нахуй за один день, потому что не поиграл. Ходишь с портала частицу света, вешаешь на Вальку, хилишь через Лока. Лок ставишь на себя щит, который отхил дает, а не доспех. Там доспех тьмы или какой-то другой. Блок, ты меня слышишь? Хорош. Хилишь через Лока, берешь его в таргет, тупо в него свет небес кастуешь. Не забывай кидать печати света, блядь, сюда. У нас один там АФК, ничего? Нормально? Вот.
Погнители, блядь. Порталы видишь, заходишь в портал. Летаете по часовой стрелке вместе. Сразу. А у руканя поставь полипал. Уже скажите, там полипалу, сколько стаков ему надо собрать, он же сдохнет, если переберет. Это не хэм. Ашки, ты должен появляться не с той стороны босса, понимаешь? Тебе ады сожрут, ты очень много, ну, агрос создаешь, когда у тебя много спадов. Тебя танки не успеют просто собрать. Ну, стан дайте какой-то ему, алло. Станы не даются, только этот. Шакл. Эфир паладину. Я открыла портал в изумрудный сон. Во время каста не дают. Давите ли справа. Давно. Шакл, бля, представляешь? Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. И вы возвращаетесь ко мне. Герой, еще немного. Последние порталы даете Геро, захиливаете Вальку.
Гимны на ХП все песни. Холи пал там моба. Снимите. Хейпер на хит. Это у всех залагало. Я осколок, да? Всего лишь третий. О, колечечко танковское. Надо кому? Можно танкодру его как-то забрать? О, бег нажимаешь, если заберешь, то заберешь. Чё-то мой ЕПГП, блядь, не дружит со мной. У меня нет таблички на лут. Тебе надо ЕПГП лут мастер. Блядь, хреново. Ну ты все равно... Нет, ты не получаешь, мастер получает на... Не, я нечаянно нажал. На третий спек не надо? Не надо, да. Ну, блин. Я думал, бис нажать, тогда давай именно. Если никто больше не работает. Типа мод не решили снять? Нет. Ой, я не... Ну так чё, можно с этим колечком что-то придумать или нет? У тебя 10 тысяч ЕП нет, и у второго нет. Ну, ты... Да, ты у одного... 5... Танка, друг. Кому обмен дать? Сейчас тебе скину. Чего? Ты же на второй спек забираешь или на... Да, на второй. Спасибо. Все. Сашки, не бери эти штаны, блядь. Зря только ГПЛу ты нёшь. Он не берет. Пузер, что ты там сидишь? Блять, нахуй я третий спект нажимаю, ёбаный урон. Идите из центра, кливают мобы, ну ёпт, хил, чё вы там торчите? Эти не кливают, если чё. Кливают. Блин, ребят, я тогда к вам туда не пойду. Некоторые из них кливают, если дают рывок. Точнее, там клива нету, блядь, чё это? Они просто мобы. Не спускайся к ним. Ты можешь ивен заново перезапустить. Ну, ФК. Может, ивент перезапустить, если зайдет. Конечно.
Если бы кусты еще отбивали. А что турбоскоп сюда шел? Пошел. Ушли все обратно, РДД. Под дверь пошли. Все, кроме танков. Фален, я видел, что ты мне писал в ПМ. Короче, тебе надо для начала, чтобы пролить токены, набрать 10 тысяч ЕП. Потому что здесь токены, на которые будет на войну, он некоторым людям нужен, не берут его. Если бы не надо было никому, тебе бы 10 тысяч ЕП не понадобилось, тебе бы его вот так отдали. Но тоже за фул ГП. Я собираю, но... Войт, беги обратно. Кто-то похилил, да? Ну, пошли некоторые мобы к вам. Ты чё, готовьтесь? Блять! Рывок выхали, даже бомжи, блять, не спасают. Ничего, чулан, полежишь, как я. Чулан просто боб не проплатил, блять. Что, у тебя шейпер мод был, что ли? Да, 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 да. Не лепи, блядь. Вы мобов там осматриваете, боишься? Все равно. Мастер, сделай красиво. Чарши, сдохни. Ну, блять, уже не успею. Я ему дал фир, хотел как сбить, нахуй, не сбил никому. Ну, хуй знает. Ну, чё, Алиса может... В принципе, я могу зайти, если надо. Алиса может делать квест танками. Просто одевает грань уже на второй фазе, нахуй, ловится так.
Либо просто виблом щелкает до второй фазы, пусть микстурка танчит. А у нас два БТК танка на себе. Сейчас, подожди, покажу. Отсюда и разворачивай, да? Когда я падает не четвертая глыба, ты уже выбегаешь в то место. Да, да, это я знаю. Что, пуляйте, блядь? Инея. Оу. Трейпер, блядь. До синдри откатит, ты не вы, блядь. Еще бы доп ЕП давали за то, что он до взлетки умирает. Но если бы никто не ФКшил, прожали свои бурсты, то он... Да не, все нормальные гильдии бьют на балконе. В скобочках никто, блядь. А о ком ты говоришь, никто, блядь. Там, нажмите. Просто все топовые гильдии знают, что на балконе, блядь, больше пытаться добить. А, да, точно. РДДшники на взлетке. А здесь ты во взлетку даже кинуть ничего не можешь. Почему-то я варома успеваю. Тыкните на плюшки, возьмите плюшки сразу, чтобы жрать, когда синдром. Бать, даже колба хуже налево есть, ёбаный урон. А чё, Шидра ещё на этого не сделал, блядь, на синдру пасть? Её в очереди не вижу. Буду делать все, чтобы он никогда его нахуй не сделал. Потому что этот педрило нихуя мне в лицо не может сказать, а за спиной пиздит, нахуй. При том, что я, блядь, даже его перестал чёрчить. Батя, все пиздят, блядь. Отпускай, мне похуй. Ведь для меня никто, нахуй, пиздите, что хотите, нахуй. Тому дадут и пиздец. Я тогда обижусь вообще. Пиздец. Пока просто обиделся, а если еще дадут, то хуяло. А я бычок, нихуя. Пошли внутрь. На всякий случай не сорвалось. Ну да. МТ микстурка. Так, еще раз. Я дрочу до второй фазы, и на второй фазе ловлю дыхание, да? Конечно. Не, ну почему? Она может... Просто на маунте бегаешь все время, нахуй. Первая взлетка, блядь. Первую ловишь, нахуй. Вторая взлетка, вторую ловишь, нахуй. На второй фазе ловишь два дыхания, и все. Так, угу.
Так, а подождите, давайте, может, я тогда на кота зайду, а Тенка тут на последних двух боссов пульса нет. Короче, у тебя выход. Выбор без выбора. Или зайдешь, или зайдешь. Не, ну если на лича я точно буду заходить, тогда давайте, может, сюда уже. О, я на